Всем привет! Сегодня нарисуем пятачка из диснеевского мультика про Винни-Пуха. Начнем рисовать голову. Нарисуем вот такой полукруг. И вниз вот такой вот вытянутый овал. Теперь нарисуем брови. И вот такую небольшую линию вниз. Дальше нарисуем пятачок. И два глаза. Точечка. И от нее небольшая линия. И второй глаз также. Чуть ниже нарисуем вот такой вот рот. И подбородок. Дальше будем рисовать уши. Одно вот такое вот. И второе ухо вот так вот наверх. Одну волнистую линию. И вторую такую полукруглую. Теперь нарисуем туловище. Примерно вот так. И две руки, как будто он прячет их за спиной. Нарисуем ему полоски. И две ноги. Для этого нарисуем линию вниз. И вторую рядом. И вот такую овальную ножку. И вторую ногу точно так же. Теперь можем наш рисунок раскрасить. Вот так можно нарисовать пятачка.